Кари на келе. Ну, гоните кто-то еще ДПС. Не то, что там некоторые РДД, которые типа должны дамажить. Понял, у тебя остался рекаунт Келя и Соляры? Смотреть, как там дамажит ШП. Шазоб мне тебе не ШП от банка. Вот двиг. Дима, могу тебя сделать топ-1, но ты мне должен будешь косарь за 100 г. Убить Мурлока, бля. Убить всех скорее. Ну, я просто это, диван дам, мне дадут ГП, но меня это должно купить. Да не, когда 4-5-2 полутаю, может быть. Ну, макро все равно будет зависеть. Мы макросы унизим. Я думал убить полено или засейвить, блядь. И поэтому начал долбить. Я увидел, пусть разберется. Жалюсь, блядь. Где воронки все, блядь? Паш, по мне, пожалуйста. Нет, ну, сделай тогда меня. Вот я пособираю. Там же и две фритовые, и фастовые. Солнышко, солнышко, по-моему. Да, по-моему, алёна немножко не стоит. А нет, хостовая вон. Тим сопрёт, наверное. Ещё на того, что он фазом грубо это. Банков хотите топ 6. Осуждаю. Паш, как тебе банк мог перегнать? Хотя. Может, потому что я не бил? Эти отговорочки пошли. Следил за рейдом. Не достаю. Прям как Тася, куда запрещает. Разговаривать, когда запускается. Она что-то важное хочет сказать в этот момент. Она за ДПСом следит, чтобы не больше 3к. Чего
Видимо, схиби откуда нахуй. Походу. Да. Не, я просто думаю, кого запихнуть. Так, возьмем розового пацана, посмотрим. Дивара, по-моему, серьезно. Так он жмет свои три кнопки. Ну, понятно. Думаешь, четыре кнопки? Блять, ну это пизда. Кто идеально точил инструктора даться? А, там ромка есть. Хантовый. Тогда ханта. Я пока не кому это я 70к уебал? Кто его знает? Стоп, а мы другую ачиву сделали на роботе. Там в каст убить. Так это мы давно сделали. Нет, мы еще и сейчас только что еще. А, ну, нормально. А, тут героический шаман. Для мобов. Странно, что не пик. Что-то я не знаю, почему она у нас тогда не зачислась, нам кто-то, блядь, или пульки. Первого знает лицо. Ты еще знал, как она делается, чтобы она закрылась. Стоять в кругу. Ну мы в тот раз пробовали, вот раз она у нас по пизде пошла. Стоять или что? Это мне. Смотрите, просто даю гайд, как рулить воронки. Смотрите, первая пошла мне. Ну, никто еще не заруливал. Рульте давай. Да, пулит сон, но агрессивный.
Шкаф поставьте, пожалуйста. Я могу. Можешь отменять? Я буду крутить до конца. Ну, давай, Финмас, давай, перезаходи, только шустрее. Ну, роль я, смотрите. Две номен забрал, охренеть. Да не, ну это эро. Это перебор, надо его ограбить. Еще Йоби по 98 кинул. Там чувствуется, что что-то не то. Поганый просто. Могу уступить. Еще кого-то доставать? Не, сиди, Саня. А кто МП5 раздает? Кто это вообще раздает? Никто. Привет, Рик, WhatsApp. Ну и каски надо. Так, дедлифт слева, космос справа. Погнали, подходим. Это была твоя кнопка? Нахуя? Только я не буду уточнять. С чьим? С Грейвс. Один кнопки с очком путает, Рарик пишет, что не хочет сегодня в очко. Кто? Так, была тут одна. Осуждаю. Моба грип к нам. Блять, и второму сбили, и первому сбили, хорош.
залить второго ада. Гидры, скорее всего. Думаешь? А что еще? Может, он три раза сдох, может. Вам сегодня крайне повезло, потому что у меня в свету не было, меня не отобразило кое-чего подобного. Ну вот ты что-то сказал. А? Ну что все написал? Коки чё въебать можно? За напульчик. Да это такое, это нюанс. Не нюанс умерший в огне. Там-то сдавай, кто из них сдох у меня. Будем карать. Я тебе сразу после раза написал. Ну, значит, ПМ пролистался. Это те, что до вас умерли? Ну, типа да. Ну, тогда это двое. Как можно было откидывать на склеиться? Так легко, они же все во мне стоят. Мы же в цвету все в одной точке стоим, кроме там. Ну то есть на пульчик босс разворачивается и убивает. Босс на пулы милибес, но босс разворачивается и убивает 5 человек. Пока. Сейчас давай, мол, фаза будет дан. Я, кстати, только сейчас понял, то, что за Келли Гера мы использовали только две Геры, учитывая, что мы били 40 минут. Да. Ну, Тася со второй долго тянула, она бы уже откатила. Во второй фазе можно было две Геры сдавать спокойно, совершенно. Mm-hmm. Ой, во второй, на этой, блядь, на четвертой. Если Паша никому не нужен, можешь скинуть мне. Кого? Тапки? Ты их продашь? На ло. Честно, я одену на ретрик. Мои законные 5 голды. Пиха вообще пароли у них. Тоже пытается их продать, поэтому я продам раньше во всех вендоров. И как раз здесь стоял.
Тихо. Чё? А ты что на келе берешь из оружия? Посох, ну, когда в РДД. А в хиле? Дробяшку. Не, там еще было прикольно, я как-то последний раз, когда он был хилом, еще щит. Так, чисто. Ну, зачем? Ну, он же поглощает урон. А, ну вообще, да. Как маляра потеряли. Так же, как и Номия, но... Они залезли в миксер. Чародейский школа, это разве миксер? Ну посмотри, как выглядит вполне себе. Это типа чародейский школа? Ну да, крутится. Кто-нибудь протестите. Че именно? Это был чародейский или нет? Это можно как раз в паке брать. Зашел на него. Ватсап, блять. Он танкует. За такой на катаклизме пизды рел. Просто приехал и поебал вместо чего. Вместе с хилами вместе. А ты до сих пор там играешь? Да не, просто задумал. Там же дико получаешь урон. Все механики нужно избегать. Хилы по мане садятся моментально.
мне нравился там один босс. Он на execute fire делал всем low HP, и танкам нужно. И в танкам. И танкам приходилось кайтить его, бегать от него. И молиться, блин. Потому что на этой фазе нельзя хит. А ноль лечения проходит. Отличница меня с лайфхаком. А он отошел. Нет. Ты не Паша, пошел нахуй. Иди нахуй. Тихо, хуй. Вот и поговорили. Friendship. Макрос, ты тут? Не, он где-то на кухне там что-то шароёбится, готовит. Бля. Кем же тогда косты сбивать, Паша? Паша, свищнешь на лайкхака? Ему вроде тут надо, а мне нихуя не надо. Танчить кто будет, блядь? В смысле, танк у нас лутает. Шарев дал, зачем ты четвертый танк? Третий. Ага. Ну вот и подамажил, блядь, накид. Если забудешь спекнуться, никто все равно опять не заметит. Ассист по муру. Не, Поле, я замечу, у меня бомбы может уехать. Так, банка на инженере. Бля, Полик, а ты мне идею подки... А что если челлендж? Банка на инженере... Войд... Дупло, наверное, не спекается. Так, Войд, Войд, Войд... Тут и два танка хватит. Слава, заберешь бабу. И WhatsApp счета. Паша, а ты чё обычно брал здесь на хиле? Посох? Ой, я забираю, Паш. Щит. Это нит какой? Сангвинар. Дробяшку шаманы берут? Шаманы берут дробяшку, Олик может взять дробяшку, ты берешь посох и не забудь его прохладцать. Ну, открыть пока я могу. Ну. Полика так, выбора, кроме дробяшки, нету. Рыба стоит, нет, там есть еще пиздатый меч, правда, милишный и двуручный. Ну, кстати, я могу милишным пару раз ударить и бегать как очумелый по всего. Ну, нет. А это ДК за токеном, что ли? Ну нет, он не заткнул. Назар, что не хватает? Каску помогам. Да, уже дал. Поехали. ДК с хантом локом. И магом. 3, 2, 1. И да, их перенесли. Мои люди без них не могут. Подожди, подожди, у нас танкует Баслопата, Войд и Финнос. А? Я говорю, танкует Финнос. Да, я уйду. Я кастую ХС. Впечатляет. Посмотрим, хватит.
хватит ли у вас смелости выступить против Светокрада Таладрада? Рисуй попытка бегства дерева. Ты вообще тут в принципе должен без танка обходиться. По Геркелю уже должен был привыкнуть. Получать лещей. Он всегда ходил? Да. Нет, там было, было время, когда он бегал. Как ебанутый, блядь. А потом это быстро понерв. Прикинь, на обычке был бы такой же пиздатый бой на полчаса, блять. На гиле. Не, ну это кайф. Типа, вардам вообще. Там, кстати, кто-нибудь чекает тему соком? Там добавит маунта Дизерон? Кто-нибудь помимо меня будет сбивать косты килю? Сразу. Два мага. Два мага пиха. Я попробую. Ты в соло. Что там сбивать надо? Все косты. Попробую. Никогда не кикают косты. Курсы. Ага. О, дратовки. Ну, это на удачу. Бля, Дупло, как ты вообще шмот получил? Стабильно. Стабильная смерть. Бля, Дим, может на его нахуй просто сразу в рейд и 100 кп перед обычным РТ? Не, погоди, за что сейчас сотку, блядь? За лезвие ты не накинул, а сейчас за эту хуйню накинул? Не, в пизду. За бомбу, да. В смысле, а за лезвие нет? Ну, ты думаешь, я там видел, кто сдох от лезвия, да? А, кто, то есть, типа, это... А кто сдох от того, что, блядь, перегнули ебаную материалку? Не отвлекай его. Ему кажется, это хуёвая идея, Дим. А, идите нахуй. Бля, только два тиха успел один долететь. Третий бы ты выжил, отвечаю. Да ладно, эту сотку я не буду ему накидывать. Он свою уж заработал. И этих умирающих вид армсов. Я всех. А где посох? Вот, под дорогой. Я увидел. Банка. Ну подними этого вагона. Может третий раз хотя бы не умрет. Он еще второй раз умер, боже. Так, нажал. Щит ментальной защиты, да? Ага. Это мне нужно. Это чтобы не фиал. А, чтобы блайнды не ловить, которые я постоянно ловлю, да? На ханте. Это игрушка. Космо, у меня тоже ничего не багается. Ни с первым метеором, ни с вторым метеором. И в этом дело там весь вопрос, когда ты заходишь, какой у тебя таймер идет. Так тем 5 по дуплу. Мне кажется, вам намекают, что у него каски нет. А что, можно шины тоже снять? За прошлую неделю за такую же хуйню где-то. Нет. Понимаю. Кокич, ты забыл, ты не лутаешь. Да. Тебе можно за эту еще, за напул. Да и, напул это не он. И клип с двумя. Блять, кто на бабе? Воет. Паш, чек нидочка. Он ее быстро не отведет. Ага, вот тут нормально. Банка, блять. А мне игрушка. Я пока не могу использовать эту способность.
Я лёг, поэтому не накидываю. Она ж не должна тебя станить вроде, не? Должна, конечно. На тебе щит. А, такие пов. Понимаю, блин. Куда вы уйдете? Ну, блядь, Силаран, еще уведи ее. А что делаешь? Она сама так ходит. Слушай, поставил хуй знает где и хуй знает зачем. Это она откинула просто. Блять, она нормально ставится, вы рассказывали мне. Хуёво поставил, естественно, откидывает. Чтоб набрать агру, надо к ней подойти. Она откинула просто. Надо стоять изначально, блять, где она респится. И агрить ее, не вести ее нахуй на другую сторону, а бить там, где она, блять, респится. С правой стороны. Бля, хорошо, у меня уже в ЧС, бля, столько говна, наверное, там говорит. Ну, а сам себя закинул? Слушайте, у кого-то развертка с Халиона осталась? Или каунта, или чего-нибудь? У меня, по идее, осталось details. Посмотреть по Халиону взмах, сколько вообще дома. Он, по идее, не дал? Да вообще, количество урона. А, именно по Халиону, это зло. Что, дупло не сдох? Ты размах хотел посмотреть? Да, да, типа... Но... За то время, которое ты был рядом со мной, максимально 14 тысяч был. Минимальный тоже, средний. Нет, количество, количество. 14 раз. Всего на всего? Ну, вот ты, может, в другой этой был потом. Скажите, а у всех лагает или нет? Нет. 21 дефолт. МК. Хорош болик. Еще мана, сдайте героя. Болик не лагает. Ну ладно, призм. Как все называется? Размах? Раз... Блять, потом. Я Фили, дайте Боб. А, нет, его не под контролем. Не трогайте, пожалуйста, Номи, она. Саша, пойдем на поле. Деревце есть? 3 минуты. Подожди, кто первый раз дупло поднимал? Я. А, понятно, Финн с поляруды. Угу, с паладина. Блять, сука, точно. Я всосал всех тебя, Паш. Диспел, диспел, диспел. Вижу, вижу. Медалхан пиздит. Что там еще? Феникс тебе пиздит. Да я, блядь, от... ебался от него. А тема перестать? И 3 хп дайте. Там кто там стоит?
Касты сбивайте. Финмас, близко стоишь к Келю. Финмас, так и лутаешь. Отлично, еще один. Прикольно. Повезло, да? Это на всех сложностях. Почему ты открывать информацию не сможешь? Всех ДБР, кого? Не знаю, ну вот в принципе и так хилить, полика можно забить, бол. Сники подними. Понял, принял. Там лужа! Мы как опустимся, я тебя подниму. Как помогаетесь на этом камне лутать, блядь. Да. А чё, танк не взлетает? Мишка не взлетает? Паша, хочешь научу? Чего, Дим? Хочешь научу лутать ГП на этом хуйне? На ребраде научи? Не работает. Приземление. Я же жду тебя, Дима. А интересно, кто-нибудь на ребраде упал? Подними репов. Рот закрой. Блять, милики много стаков лутаете. 3-4. Лапу. Есть, есть. Помогу. На нем. Келев, нормально, принимаем. Блять. Ну серьезно, прибай последний каст. Ага. Лужа, лужа, лужа. Поражение пламенем. Россия. Даже маунта нет. Не пора. Так, что тут у нас охотник ПК? Сразу пуски светите.